Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Мої вітання, шановні радіослухачі. До вашої уваги в ефірі програма «Тема дня». В студії працює ведуча Альона Грибельник. В інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради звернулись з колективною скаргою три робітниці. Працювали вони на складі будівельних матеріалів, але працевлаштовані були неофіційно. Далі їх обманули, вигнали з роботи та не виплатили заробітну плату. Також відомо, що одна з цих жінок була вагітна. Підприємства, де працювали жінки, не допустили інспекторів до перевірок. Тому були оштрафовані на 1 000 000 гривень. Про це нам повідомила начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Сьогодні вона у нас в студії. Вітаю вас, пані Тетяно. Добрий день. Також наш гість – експерт ринку нерухомості Сергій Логутенко. Пане Сергію, вітаю. Добрий вечір. Отже, на початку, пані Тетяно, таке питання. Останній тиждень в інформаційному просторі почали розповсюджувати, що робота інспекції з питань праці незаконна. Адже в суді була оскаржена постанова Кабінету міністрів України номер 295 від 26 квітня 2017 року. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Да, дійсно, 14 мая 6-й апеляційний адміністративний суд міста Києва признав недействующим постановление номер 295 от 29 апреля 2017 года. То есть так прописано в резолютивной части судебного решения. На самом деле существует постановление номер 295 от 26 апреля 2017 года, и стороны ИСы обратились с заявлением за исправлением даты в данном судебном решении. То есть там с ошибкой судебное решение вынесено. На сегодняшний день, исходя из принятого судебного решения, с целью недопущения нарушения прав ни работников, ни работодателей, ни субъектов хозяйственной, которые находятся на территории города Днепра, мы приостановили проведение проверок, которые были начаты. Но особенность и последствия принятия такого решения фактически уже пошла. Это увеличение количества людей, которые работают не полный рабочий день по документам, на самом деле работают полный рабочий день, и, соответственно, начали массово предлагать людям увольняться для того, чтобы иметь возможность минимизировать затраты на выплату всех налогов. Но я хочу сказать следующее, что на сегодняшний день уже опубликован проект постановления Кабинета министров, и согласно информации Ассоциации городов принято решение об обжаловании данного постановления, поскольку решение – это всего лишь решение суда апелляционной инстанции, это не окончательное судебное решение, которое может быть согласно действующего законодательства. Также я хотела сказать о том, что ни 41-ю статью Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает право накладывать штрафы у инспекторов, составлять протокол об админправонарушениях и отправлять их в суд для принятия решения, есть ответственность или нет административная, осталась. То есть 41-я статья КОАПа действует. КЗОД, который предусматривал ответственность за разного рода нарушения в сфере действующего законодательства о труде, осталась. Постановление, которое регламентирует порядок наложения штрафов, тоже остался. То есть отменен документ, который регламентировал процедуру проверок. И опять-таки, как я говорила, уже обратились в суд по отмене этого судебного решения, первое. И второе, то, что сейчас параллельно готовится и подготовлен, уже опубликован проект нового постановления Кабмина. Так, уточню, на сегодня працюет инспекция чи ні? Этим судебным решением не принято решение о том, что инспекция по труду незаконно и не имеет права и не имеет никаких полномочий, потому что статью 34 закона о местном самоуправлении никто не отменял. Так, зрозуміло. Шановні радіослухачі, я також нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо маєте запитання до наших гостей, надсилайте свої питання на наш Viber. Він працює за номером 096-447-1303. Повторю, 096-447-1303. Тепер давайте повернемося до тих жінок, яким не виплатили заробітну плату. Чим закінчилася ця історія, ця ситуація? Вони отримали гроші врешті-решт? Женщины, которые пришли с коллективной жалобой, они даже не просили возврата, чтобы им выплатили заработную плату, они требовали наказать работодателей, которые с ними так поступили, поскольку их еще параллельно обвинили в воровстве. Это удалось?
Покарати. Покарати вдалось, они были оштрафованы работодатели, как мы уже говорили, как вы говорили, так. И я подтверждаю эту информацию, действительно, общая сумма свыше 1 миллиона гривен. Жалобщики остались довольны, то есть то, чего они хотели, они добились. Зрозуміло. Пані Тетяна, розкажіть нам, як взагалі відбувається ось цей процес ревізії, чого очікувати роботодавцям, підприємствам? Ну, смотрите, по постановлению Кабинета министров, которое действовало до принятия судебного решения, процесс инспекционного посещения начинался с того, что мы предъявляли документы о том, что мы пришли на проверку, поясняли вопрос, по которому мы пришли на проверку, просили предоставить нам документы и, соответственно, смотрели в документах. Так как полномочия местных органов исполнительной власти распространяются на три вопроса, это полнота и своевременность выплаты заработной платы, соблюдение минимальных гарантий государственных, это все, что предусмотрено к ЗОТам, это отпуска, это норма труда и так далее, и так далее. То есть все, что в ГЗОТе. И третье – это оформление трудовых отношений. То есть человек должен быть принят приказом и, соответственно, по конкретно взятому работнику должно быть отправлено сообщение в налоговую о принятии его на работу. А ось ці підприємства, які отримують ці штрафи, вони можуть якось уникнути покарання, оскаржити це у суді, можливо? Тут существует определенная особенность в сфере применения данного вида ответственности. Если мы говорим о наложении финансовых санкций, то принимается постановление о наложении финансовой санкции, там прописывается, куда проплатить, оплатить данный штраф работодателю, дается месяц на добровольное исполнение. Если они не исполняют, сразу передается в исполнительную службу, открывается исполнительное производство, взыскивается в принудительном порядке. Судиться, конечно, они могут, но судебная процедура для взыскания не требуется. То есть документ принят, сдается в исполнительную службу, дальше исполнители взыскивают. Ще розкажіть нам, коли почали займатися перевірками, давайте нагадаємо слухачам, та скільки вже було здійснено ревізій за цей час? После принятия постановления Кабинета министров с апреля 2018 года мы начали проводить инспекционное посещение. Я хочу сказать, что на протяжении 2018-2019 года 71 инспекционное посещение, около 25 инспекционных посещений по маю мы приостановили с учетом принятого судебного решения. Но я хочу сказать, что мы не только проверками занимались, мы еще занимались информированием работодателей. И у нас общее количество субъектов хозяйствования, которых мы охватили индивидуальными, так можно сказать, лекциями, это 503, это 2018-2019 год, и около 80 мы приостановили этих лекций по маю 2019 года. А за яким принцип? Оно не влечет никаких последствий, так. Именно лекция. Мы приходим и рассказываем, что ответственность за такие виды нарушений, существуют такие виды нарушений законодательства, за которые предусмотрена вот такая ответственность. Поэтому обратите особое внимание, приведите свою документацию в порядок и не допускайте ошибок. То есть это также разъяснювальна, да, такая работа, да. Так? Як ви обираєте, яке підприємство перевіряти наступним? Основанням для того, щоб ми прийняли рішення для перевірки, являлись жалобы работников, жалобы, обращения тех людей, которые были официально не оформлены, а также информация, которую предоставляла налоговая, государственная фискальная служба и пенсионный фонд. И одна проверка у нас была по обращению профсоюзной организации за защитой прав члена профсоюза. А випадки, коли не пускають на перевірки, ось як було в тій ситуації, про яку ми вже поговорили, таке часто трапляється? Що тоді? Ну, я можу сказати, що із общого кількості це около 10% від перевірок. Так. Действительно, не пускают для проведения инспекционных посещений, хотя некоторые даже глупо сделали, не пускали нас на проведение лекции. То есть они не понимали, что это такое, потом связывались с юристами, потом уже допускали, извинялись, вот такое. То есть ситуации бывают, не пускают, боятся штрафов, поэтому мы проводим массовую разъяснительную работу, чтобы нас не боялись. Там штраф самый большой за недопуск проведения проверки по вопросу оформления трудовых отношений, самый большой. На сегодняшний день это 417 300, если нас не пустили проверить, оформлены у вас все работники или не оформлены. Шановні радіослухачі, нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Говоримо про дотримання трудового законодавства, а також про порушення у цій сфері. І гості у студії – начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич та експерт ринку нерухомості Сергій Готенко.
Стосовно штрафів, от ось ви назвали декілька, розкажіть, наскільки вони великі і куди спрямовують ті гроші основне, яке сплатило підприємство, куди йдуть ці гроші потім? Якщо накладається штраф інспекції по труду по вопросам труда и занятости населения, горсовета, если накладываем штраф мы, они идут в местный бюджет. Если накладывают гоструда, они идут в государственный бюджет. Я хочу сказать, что среди тех предприятий, которые мы оштрафовали, были и добровольные оплаты. Это касалось того, что были задержки меньше одного месяца в выплате заработной платы. Это 4173, это единоразовый штраф, и предприятия платили их. Были ситуации, когда задерживали на срок более одного месяца. Это 12 159 гривен с предприятия. Это размер штрафа вот в сегодняшних уже реалиях. Большой штраф, как я уже говорила, это за недопуск проведению проверки по вопросу оформления трудовых отношений. То есть оформлены люди у вас работают или не оформлены. Это 417 300. И очень большой штраф – это за несоблюдение государственных гарантий в сфере оплаты труда. Например, за непроведение индексации штраф за одного работника – это 41 730 гривен. Такие у нас проверки проводились и тоже выявлялись такие факты. То есть за работника, если 10 работников – это уже сумма почти така ж, як за недоплату, 417 тисяч. Так, пане Сергію, тепер питання до вас стосовно ринку нерухомості. Яка ситуація тут? Чи все за законом відбувається? Як відбувається робота ріелторів? Чи всі вони офіційно працевлаштовані? Скоріше всього, більша частина учасників ринку недвіжимості працюють нелегально. І основна причина в тому, що немає ніякого регулирования риэлторской деятельности. Все, кто хочет заниматься продажей недвижимости, берут телефон, дают рекламу в любой какой-то рекламный ресурс и занимаются недвижимостью. И говорят, что они риэлторы. На вашу думку, как это все привести до ладу? Как следковать? Скорее всего, нужно, чтобы это было под контролем специального закона, который регламентирует это. Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект будет принят. Ну, единственная причина, какая будет его тормозить, это отсутствие органа, который этот законопроект примет. Ну, у нас сейчас сложная ситуация с Верховным Советом. Если у нас перевыборы пройдут в ближайшие несколько месяцев, то я думаю, что к этому закону могут прийти в лучшем случае в конце года, чтобы его принять. Сейчас мы работаем над тем, как его так отшлифовать, чтобы у нас были и обязанности, и права. Потому что сейчас главный ключевой момент – это найти баланс интересов, прав и обязанностей. То есть если у риэлторов будет обязанностей много, за которые нужно отвечать, то, наверное, должны быть и права. И мы сейчас с фондом госимущества разрабатываем этот проект. Что касается самих граждан. Сами граждане должны быть образованы и понимать, что если они имеют дело с риэлтором, то они должны, ну, как минимум, посмотреть, на основе каких документов он называет себя риэлтором. Вариантов может быть несколько. Самый простейший вариант, часто практикуемый, это если риэлтор является предпринимателем. И данная модель работы самое оптимальное, она позволяет иметь оптимальную систему налогообложения. И большая часть участников рынка легальных, которые работают на рынке в городе Днепр, я могу сказать только про Днепр, это частные предприниматели, которые имеют договорные отношения с такими же частными предпринимателями, как и они. Очень немного агентств недвижимости в городе Днепр, которые имеют другую структуру, это, допустим, общество с ограниченной ответственностью, в котором бы были наняты сотрудники, потому что, учитывая, что не так уж и динамично развивается сейчас рынок недвижимости, иметь в штате большое количество персонала – это очень дорогостоящее мероприятие, потому что сборы, отчисления от заработной платы, они достаточно большие. Если учесть, что у каждого риэлтора не так уж и много сделок в месяц, то это очень невыгодно. Поэтому модель взаимодействия предпринимателей с предпринимателями, она на рынке недвижимости самая часто встречающаяся и применяемая. И Татьяна
не даст мне соврать, она знает, что в последнее время увеличилось количество регистрируемых в налоговой службе предпринимателей. Скорее всего, это некий ответ тех же работодателей, которые раньше имели отношения неузаконенные трудовые, некой оптимизации взаимодействия со своим работником. Здесь уже другой вопрос. В каких-то отраслях это возможно, а в каких-то, наверное, не очень. То есть в каких-то отраслях это оптимизация, а в каких-то это некая манипуляция. То есть в области недвижимости я считаю, что это правомерно, это приемлемо и оптимально. Тобто, як перевірити сумлінність ріелтора, щоб, наприклад, не орендувати квартиру, яку вже хтось винаймає? Адже таких ситуацій зараз дуже багато. Зараз ви можете дати якісь поради нашим слухачам? Тобто, уважно читати договір? Ну, во-первых, всі взаємоотношення вести не в коридорі і не в квартирі. Якщо вам хочеться знайти об'єкт недвіжимості, то ви обов'язково, крім інформації, яку ви отримали по телефону, вы должны убедиться, есть ли это агент или брокер, или агентство недвижимости. Поэтому приехать в офис, познакомиться, увидеть, где этот офис, попросить документы, подтверждающие право предпринимательской деятельности, и ехать потом смотреть объект недвижимости, если он нравится, возвращаться в офис компании и в офисе компании подписывать договор аренды. И только после подписания этого договора оплатить услуги брокера, агента, риэлтора, который должен выдать соответствующий документ о том, что он принял эти средства за оказанные им услуги. И люди, кроме договора аренды, должны от этого предпринимателя получить договор на оказание услуг и акт выполненных работ. Тобто ми можемо зробити висновок, що найбільш надійні ріелтори – це ті, які офіційно працевлаштовані. Які, які являються предпринимателями, у яких є соответствующий вид діяльності агентства недвіжимості. Це прописується в свідченні, в документах, які вони мають. Дуже часто є маніпуляція, це коли продають інформацію частні предприниматели, які тоже платят налоги, но они продают информацию. Ну, это выглядит примерно так. Люди приезжают в офис компании, им дают распечатку. В этой распечатке много информации с телефонами. Тут же даже могут созвониться по этим телефонам и отправить людей снимать квартиру. Когда люди приезжают, они понимают, что этот телефон уже не отвечает или уже сдано, они возвращаются в компанию в эту, им говорят: друзья, вы же информацию купили, мы больше ни за что не отвечаем. Поэтому нужно платить не перед вселением в квартиру, а платить за услуги агентства после подписания договора аренды и вселения в квартиру. То здесь немножко другая. Ми це зрозуміли. Дякуємо за поради. Ми також поцікавилися мешканців Дніпра, чи вважають вони за потрібне офіційне працевлаштування. Думки різні, давайте послухаємо. Вважаю, що офіційне працевлаштування, звичайно ж, краще, адже є якісь гарантії того, що і офіційний відпустка, і больничний. Це все є якась гарантія того, що ти застрахований. Неофіційно, ну, якщо там взагалі можуть не виплатити те, що ти заробив і нічим не докажеш. А це, звичайно, мінус. Але на щось таке життя, що багато людей соглашаються навіть на таке, тому що на офіційній зарплаті заробити важко. Тому люди йдуть на те, щоб отримувати в конвертах і без всяких гарантій. Отрицательно отношусь к этому, потому что не поступает отчисления в бюджет, страдают и другие люди. Звісно, найкраще працювати офіційно, коли ти маєш лікарняні і коли ти розумієш, ну, яка там заробітна платня, можеш вимагати відповідні довідки, але ситуації бувають різні. Мені доводилось працювати без оформлення офіційного, тому що потрібні гроші, тому що доводиться інколи погоджуватись на якісь не дуже комфортні умови, але бували випадки, коли не доплачувала або не платили взагалі за якийсь період, а лікарняні не оплачуються, це дуже важко. Я считаю, что это очень нужно нашему государству, но при этом, если у человека есть возможность заработать, если у человека работа, в которой принято выдавать зарплату в конверте, можно получить больше, ну, я не считаю, что это очень плохо для человека будет.
Сначала я была против. Сейчас я считаю, что это в порядке вещей. Такой возраст, они не хотят меня брать, то приходится. Я и бухгалтер, я могу работать везде. Тож, пані Тетяно, ви можете якось прокоментувати те, що ми почули? Ну, я, конечно, как начальник инспекции по труду и занятости населения, радую то, что люди понимают и осознают все преимущества официального трудоустройства. Потому что действительно к нам зашло около 1000 обращений за последнее время, жалоб людей, которые были не оформлены официально и их обманули. То есть месяц отработали или 2 месяца, обещали заплатить, потом не платят. И, как правило, это люди, ну, и возраста старшего, и те, которые не очень как бы осознавали то, что с ними так могут плохо поступить. Ну, доверчивые, скажем так. Да. Так, відомо, що сьогодні на підприємство можуть завітати не тільки інспектори, але й шахраї. Як зрозуміти, чи справжній інспектор прийшов на перевірку? На сьогоднішній день повноваження підтверджуються удостовіренням інспектора по труду. І всі, отримавши удостовірення, є на сайті Гоструда. Но от зараз, з учетом прийнятого судебного рішення, всі інспектори по труду приостановили свою роботу до принятия либо нового постановления Кабинета министров, либо же до отмены судебного решения в судебном порядке. То есть приостановлено именно инспекционное посещение, в смысле проверок. То есть если кто-то приходит, то... Все нелегалы. Ну да. Так. Угу. А чи відомо вам, на які професії люди найчастіше влаштовуються неофіційно? Чи є, може, якась статистика? Ну, статистики у нас такої не ведеться. Як я сказала о том, що вже около 1000 було обращення по поводу как бы, того, що вони були неофіційно встроєні. Самий риск використання такого труда – це будівництво. Хотя там условия труда на стройках тяжелые, и обязательно человек должен быть официально трудоустроен. Если произойдет несчастный случай, то, соответственно, человек должен иметь право на пособие от государства. Если он не был устроен, с ним могут поступить вообще очень плохо. То есть не пособие, потому что это неофициально, нет страхового стажа для начисления. И, соответственно, тебе могут работодатели те же отхреститься и сказать, что они тебя не знают. И есть риск использования в торговле. Там мы виявляли дуже часто. От на тих перевірках, які ходили, торговля там сплошь і рядом. За перший рік роботи з легалізації ринку праці, скільки людей у Дніпрі офіційно працевлаштовані? Я можу сказати о том, що робив аналіз Государственная фіскальная служба нашої області по городу Дніпр, і вони за 18-й рік дають цифру 12 600 чоловік, трудоустроєні дополнительно офіційно. А также я хочу сказать о том, что очень много зарегистрировалось в виде физических лиц предпринимателей. Мы вели учет с мая 2018 года по сегодняшний день. Это 8818 физических лиц предпринимателей. Это те, которые сами обеспечивают себя работой, то есть оказывают какие-то услуги. И с начала года у нас оформлено, то есть рост на 3595 человек официально трудоустроенных по городу. Так, зрозуміло. А коли роботодавець пропонує оформити ФОП, це ж можливо замість трудового договору, так? Які ризики для працівника тоді, які мінуси? Ну вот смотрите, если человек, это уже тогда не работодатель, это уже тогда субъект хозяйственный, который с тобой взаимодействует, которому ты оказываешь какую-то услугу. То есть если ты физическое лицо предприниматель, ты оказываешь услугу другому. То есть работодатель, это с точки зрения права, это если ты физическое лицо по трудовому договору идешь, соглашаешься на выполнение трудовых обязанностей у конкретного работодателя. А здесь речь идет о, если физическое лицо предприниматель, это чаще всего для тех, кто оказывает услуги. То есть сегодня он оказывает услуги вам, послезавтра другому субъекту хозяйствования. И это очень хорошо для человека, который именно такой род деятельности, потому что он сам за себя платит налоги, он реально, у него идет страховой стаж, и у него в случае возникновения все социальные гарантии, которые есть, в случае возникновения определенных ситуаций, все социальные гарантии его соблюдены. То есть он сам себя страхует со всех сторон. И работу обеспечивает, и сам себя страхует. Так, пане Сергію, до вас питання. Ви як часто, ви звільняєте працівників? За що? І чи відбувається це законно? Вот как раз Тетяна говорила о том, что вот в сфере услуг это было бы оптимально. А здесь еще, почему это оптимально? В этом случае не надо никого увольнять. То есть если я недоволен работой партнера, который оказывает мне услуги,
я просто не имею договорных отношений с ним и меняю того предпринимателя, который раньше со мной работал, плохого, на другого предпринимателя. Таким образом происходит некий отсев плохих, нерадивых риэлторов на более хорошо работающих. Я уже, не знаю, наверное, 12 лет не имею в штате сотрудников. То есть я 12 лет предприниматель, который работает с предпринимателями. Если человек мне не нравится, как он работает, я прекращаю партнерские отношения. Поэтому мне некого увольнять. И поверьте, что с точки зрения психологии потеря партнерства с хорошим партнером намного весомее, чем потеря рабочего места на какой-то фирме. Поэтому у нас, вот у меня так. Ми зрозуміли. Пані Тетяно, розкажіть нам, як захистити себе від недобросовісних роботодавців? Якісь поради дайте. Ну, я хочу сказать о том, что самое главное, когда, это уже исходя из анализа тех обращений, которые к нам приходили, жалоб людей. Первое, надо четко понимать, куда ты идешь. Что это за работодатель? Это физическое лицо, которое просто тебя попросило оказать какую-то услугу. Он тебя официально не берет в штат. То есть может заплатить, может не заплатить. Поэтому это должно быть официальное трудоустройство. Ты должен четко понимать, какой твой функционал, что ты выполняешь и режим работы. Никто не имеет права использовать труд свыше там, 8 часов в течение дня с перерывом на обед. То есть все то, что предусмотрено КЗОТом, который действует у нас еще с 71 года. То есть должен быть отпуск у тебя не менее 24 дней и так далее. То есть надо четко при устройстве на работу уточнять условия труда, официальное трудоустройство, зарплату свою, чтобы тебя ознакомили, какая у тебя будет заработная плата, оклад у тебя, какие у тебя льготы, когда ты имеешь право на отпуск. То есть все, что предусмотрено КЗОТом, будет или не будет. Тож можно сказать, что той, кто официально працевлаштований, той захищений, той має права. І наостанок, пані Тетяно, розкажіть нам і слухачам, куди звертатися у разі невиплат при відпустці або якщо затримує заробітну плату, і це звернення, воно залишиться анонімним? Да, ту інформацію, яку о заявителі, ми зберігаємо в режимі анонімності при проведенні інспекційних посещень, ми не маємо права розглашати, хто обратився. Я хочу сказати, що обращалось нам як меншее количество людей, но по результатам наших інспекційних посещень ми фактично проверили условия оплаты труда 10 тысяч граждан, жителей нашего города. То есть проверяя предприятия, в том числе крупные, проверяли по всем работникам. То есть, пожалуйста, Петров, а мы проверили весь цех, весь завод. Вот. А по поводу анонимности, то есть мы сохраняем это в условиях анонимности. Второе, то, что обращаться к нам можно либо на горячую линию городского совета 732 12 12, либо к нам в инспекцию по труду. В четверг у меня приемный день. Запись по телефону 720 90 58. Или же просто письменно отправляя нам письмо на Староказацкую 52 328-329. Там фактическое местонахождение наше. Наш ефір добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня». Гостями студії були начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич та експерт ринку нерухомості Сергій Лагутенко. Дякуємо вам за ефір. Шановні радіослухачі, в студії для вас працювали ведуча Альона Грибельник та режисер Олександр Сохач. На все добре. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного –